немножко раздвигайтесь. Также, когда перебегаете, держите ренджу друг от друга. РДшники изначально стоят на рендже. Также кидается дебаф, кто может снимает дебаф, кто не может просто отбегать, чтобы не дамажить рейд. Дальше самое главное. Будем по ситуации бить либо у щита Орды, либо у щита Альянса, я это скажу потом по ситуации. Вот поставим на себя череп. Ледяной рев. Нужно будет бить его, подбегая близко к боссу, чтобы паладин достал фридомом. Когда я скажу сбежаться, все сбегаются под лицо, чтобы нас откинуло. Он нас откидывает, прыгает сам в центр. Ставит на кого-то череп. Ваша задача, смотрите на лицо босса, если есть возможность, посмотрели, где череп от вас, я еще буду стараться подсказывать. И все, ваша задача отбежать от черепа и не бежать на босса. То есть вы убегаете либо вправо, либо влево, вперед никто не бежит. Это самое главное. Если босс хоть кого-то врезается, шанс, что мы его убьем, уменьшается. Поэтому нужно обязательно. Также, смотрите, старайтесь отлетать вот в эти столбы. Но я буду ставить метку, чтобы вы улетали в эти столбы. Также нельзя улетать в ворота, чтобы никого там не было. Но буду анонсить, ваша задача будет просто сбежаться под лицо и будем улетать в столбы. Вот и все. Это вся тактика на этих боссов. Ты Леодрин кислотную танчишь. На пул вы первые отдаете в Леодрина. Потом, когда на червяках тоже в Леодрин. Нет, не в Луне, в Кресте. Как ты слушал? Ставлю рыбу. И столик еще. Вот, поставь столик бойчик, пожалуйста. Он нет, в воротах он скажет. Давай я первый начну, я бирсу сдам и все на. Окей, хорошо, давай ты первый. Там не Адрин. Танчик. На пол и первого уфолога тогда. Столик дайте. Да, поставь столик, пожалуйста. Нет у меня такой кнопки, нету. Как нету? Че ты прикалываешься? Да как у него багается. А, давай я. Блин, поставь стай с этого Джифса. Купить реагент. Или Санька ты. Все, поставили Джифса. Купите все реагенты, починитесь. Сейчас я поставлю столик. Тыкните на столик, поставил возле Джифса. Также, те, кто из ОФГ, напишите, на какой спек ролите. Все остальные ролят, то, что указано в гильдии. Неважно, с ОФГ, не с ОФГ, блядь, ролишь на другой спек, решил. Окей. В принципе, не изучить все гильдии, так что ладно. Так, хорошо. Сейчас еще раз готовность. Путь прицел или нет кусяла? Куда во флут писать или куда? Нет, в рейд. Во флуте под... Бабка. Давай на локов раскидаем МКшки. Влад, у нас не так много крита. Я на бафку кину. Сейчас заходит Соловдис, будем начинать. Это шо, мне дамажить надо, Тишин? Конечно надо. Так, по ССам, Чернобыль заливай на Майлика. Бафка на Ацесса. Баритон на Войт Спирит. Кусяо не зашел еще, наверное. Да. Огурцы возьмите также в фильм. Ну что там, сова в дисе, кусяла. Плюс они, если в дисе. Все, отлично. Готовность на пол и будем начинать. Все готовы, запускаю босса. На пол и в уфолога, милики пока не подходите в центр. Центр освободите, ну, чтобы вас огнем не заблевало. Радышники, наберите ренджу. Еще раз напоминаю, стак не набирайте.
Одиссее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто... Мгновенно выбегаете. Войдут в ряды серебряного авангарда, который... Давай, Санька, ты первый забери огонь, Сасуны. Освободите ему огонь. Будет первый давать масс тираур на огонь, если что. У фолога. Дайте ему поставить вначале. Сильно не врывайтесь. Смотрите, милики, чтобы вам в огонь сразу не подкинуло. Бывает, мили вам залетает. Первый огонь. Бурсты свои не тратьте. Тут босс быстро первый упадет. Максимальный урон должен быть кислотным. Выбежали. ТПЗ, Войд, Спирит. Занесли гоблина под босса. Войд, Спирит. Играли все по гоблину, кто может состанет. Буревестника прокильте, дворня выбеги. Выбежал буревестник. Отбеги дальше назад. Хан сдох, красавчик. Еще один гоблин появился. На уфологе нужно сбить. Максимально быстро. Он танчит. По 400 катанчик. Буревестника прокильте. На Ковада сбили. Когда потом добьем боссов, даже БР походу, чтобы он ледяного был. Также Хан забыл сказать на... Снова два босса занесите, на ком снова. Дрин. Этот. Хан, на ледяном будешь нажимать дух стаи, когда он нас будет откидывать. И после откидывания. Также Локи, Ханты и Шаманы будете тотемы убирать, когда разбегается ледяной рёв. Что иногда багается. Магии не нажимаете, копи. Я затанчу, не долго буду. Затанч. Да, затанчик. И дай ему сразу БР. Потом сразу все ребаф ханта. Пристабаф, все такое как надо. Каску, кулак. Войд, закастуй ребаф ханта. Сейчас поднимем. А где он лежит, блядь? Вон лежит. Ну меня просто резко, блядь. Ладно, подними БР. Но... Че страшного? Потом я поднимешь, заберись, забери. Забери. Все, играли, дали Геру играть по кислотной. Бурстанули, наберите немного рейнджу. Дай Кусяло по хики БР. На пулы все в Леодрин. Ребафните хики приоритетом. Летит Миликов. Вадим, массакру. И Санька мастера вот. Скоро нажмёшь. Все, не подбегайте, сейчас вас разморозят. Статостаньте в луну. Потом подойдёте бить. Очень мало снесли. Так, Леодрин, сейчас веди в сторону. Огненной. Смотри, в рейд ее не разверни. Блять, меня вынесла. Надо, чтоб он стоящий танчил, все нахуй. Ну, слепить огненную, держите ренжу. Ренжу. Ренжу набери сейчас. Кто может снять? Да. Все. Блин, у меня пинг поднялся. Да не, надо заранее набирать лежу, потому что это пиздец. Заходите в лужу заходите. Быстрей. Сейчас. Прокурину. Она не на фамилии. Нажимала то. У меня все пинг поднял.
Леодрин, ты будешь прячу там кровать, Андрюха поводит, когда она вылезет. Ну, у меня КД пишет, понятно, хуясь. Аналогичная хизмейка. Короче, рыбу поставил. Заходите сразу, бафайтесь максимально быстро. Не ждите там, блядь, полдня. Упали, встали, плыгнули нахуй. Давай просто по-другому сделаем. Леодрин, прыгни в этого, в Ретрика. Пинаковада, прыгни в танк. Будет проще. Так, Леодрин, чё, ну уж нихуя ни плохого не сделал просто. Чё? Нет, это да, просто он знает, что сделать будет. Ну, прыгай, прыгай. Мне кажется, Пинаковада больше удаст нахуй. У него Т4 есть? Да, он да. Да Пинаковада просто знает, что делать. Он здесь первый раз. Мой ВК. У него еще массейв, заебись, у Пинаковада. Так. Пушкайте рыбку, готовность на пол, будем начинать. Давай, буревестник, орехи на уфолога, собачка ты на пинаколаду. Все, готовы, все запустили, все то же самое на первом боссе. Центр, уходите сразу. ЖДшники, милики, все это идите пока с центра, дайте поставить. Да, да. Сейчас первый тоже точно. У тебя шара набор больше раз поэтому. Этот Пинаковада поддерживает. Костыки сводные. Истерию закидывай в никотина, когда начнем. Вот, видите, в мили-зоне появился огонь, аккуратно, смотрите, милики. Поэтому сразу не врывайтесь, эссенс не горит. Вот ты не тратьте, ребят, оставьте полностью все бурсты. Крикнулись гоблина на бойчике. Можешь его откастовать. На 6 секунде толпа там топаешь. Даже в 30 лучше топать. Стопа его. Притон выбежал. На собачке. Дня мгновенно выбегаем, ребят. Гоблин будет на буревестнике, сбейте. Вот, если гимн откатился, закастуешь гимн после убийства босса. Я
плотной утробой и жуткой чешуей. Оп, дайте по пинколаде. Бьем пока жуткую. Поддержи Андрюха чуть-чуть. Бьем в кислотную, дали Геру. Один только на пол дали у Фолга. На пол и дайте. ПКД их убивайте. Полетел. Подбежали в луну на разморозку. Хорошо. Смотрите, там ужас справа, аккуратно. Андрюха, сейчас будешь вести по направлению к огненной. Милики оставляйтесь, бейте огненную, РДшники добьете кислотную. Одна пати слева, вторая справа. На пулы в уфолога дайте. Смотрите, скоро уже появится. Скоро будет харчок, милишники. Все, не подбегайте к боссу. Наберите ранжу, милики. Смотрите, уже еще. Бавка, притон, хорошо. Макс, разморозишь меня, потом сейчас босса добьем, хорошо. Я прям босс. Также продолжайте РДДшники держать ранжу. А. Все, отлично. Пиноколада потанчит, Андрюха, в мишку, в кота побьешь. Веди к воротам. Перешли так итальянцы. Он не слышит тебя, он тебя не слышит. Забери ты тогда. Блядь. Он забирает обратно, я не хрен сделал. Да пускай что танчит, чё? Пусть танчит. Ладно. Урона потеряем. Под лицо никто не лезьте. Блять, ладно. Андрюха, есть ВР, дай поваду ВР. Я свернул и повел в мою сторону, что я сделаю. Ты виноват, ничего не сделаешь, короче, это, 30 секунд ВР. Да, да, сразу. Забирай ледяного, веди его к нам. Будем отлетать к щиту альянса. Больше урона. Тут заберите. Все, добили, подбежали все к ледяному Рёму. Рёву, быстрее все подбежали. Ближе. Влада потом Берни. Поставил вам квадрат метку. Будете в квадрат улетать. Подбежали близко к боссу. Скоро будем под лицо забегать. Все в квадратик сбегаемся, если что. Сбежали все в квадратик. Право-лево. Танк не забудь нажать. Дух стали. Разбежались. Право-лево. Ханты, берите петов своих все. Локи, ханты. Сейчас, по-моему, в пета врезался. Ближе к боссу подошли. Кусяло, когда откуда-нибудь БР, даже бойчику подбежит. Сейчас череп стоит. В череп будете сбегаться или в крест. Крест сбежите, когда скажу. Блять, бойчика поднимите по ХП. Ран. Алва. Разбежались право-лево. Ну был бы пиноколада в дискорде, я пошел бы, резнул бы его. Или где он рядом лежит, да? Должен рядом бывать. А, уже в дискорде? Я хуй его знаю. Тут, когда говоришь, что ты не дискорд, не слышу, а то тебе в дискорде. Близко к боссу подошли. Сбегаемся. Череп, если что. Череп крест. Сбегаемся. Я читайте милики, когда он откидывает. ДП стираете. Разбежали, право-лево. Да блять, ну кто все ловит? Ловушку. Сейчас ловушку. Ловушку. Ловушку втыкается. Где, блядь, вас лежит, я не знаю. Хан! Да все, мужик. Пойдем, у нас последнее врезание осталось. Не ставь ни ловушки своей, никакой хуйни, блять, потому что он врезается во все подряд. Петов, в копий. Да нет, здесь он конкретно в ловушку вписался.
Ну так, да, блядь, понятно. Что огни. Стояла огненная трапа, это 100%. Мы обе стояли. У меня один вопрос. Нахуя вы бежите вперед туда, чтобы он нас отбросил, блядь, рандомно куда-то? Я вот этого не понимаю. Вот это у меня больше жопа горит. Вот, короче, вот смотрите на крест, блядь. Мы бьем босса, вы, блядь, когда он летает, бежите на него. Нахуя? Вы что, особенные, блядь? Сразу бежите, нахуй, в столб уперлись и все. И от столба, блядь, право-лево просто побежали нам. Нахуя вы на него бежите каждый раз, нахуй? Не знаю, вот этот босс, видимо, самый сложный, блядь, для людей. Это просто какой-то... Угу. Все элементарно просто. Вас попросили, блядь, озвучили, нахуй. Ну, типа, касаемо трап я сейчас не говорю, потому что Хан не знал, наверное, все. От слова совсем. Теперь, короче, ну, касаемо метки. Нахуя вы рандомно рассыпаетесь, блядь? Вас попросили в одну точку сходиться максимально быстро. Все. Больше ничего от вас не надо. Он ебался в стену, вы брусите, блядь. Он ебался в стену, вы брусите. Нахуя вы бежите на него, блядь, и потом отлетаете хуй пойми куда. Понимаешь, проблема в чем? Вот видео, ладно, записывается, но невозможно точно сказать, во что врезается, блядь. Ну, конкретно в трапу. Дело, смотри, короче, смотри, я сейчас ору не на людей, в которых там врезался. Я по исполнению ору на всех сейчас, типа, короче. Сейчас давай не ГП, типа, ну, вы, блядь, успеете дать ГП, минусануть, это все успеть. Мы просто проебем сейчас время. То бишь, соберитесь, вас просят исполнять, исполняйте, блядь. Не надо придумывать ничего своего. Сейчас добавили Ханту, чтобы он не ставил трап. Убирайте тотем, прогоните, блядь, питомцев, всю эту хуйню сделать, пожалуйста. Элементарно все. Меня знаешь, что больше всего коробит? Что босс, если врезается в кого-то, он его не убивает. Вот это пиздец вообще. Вот, если бы он убивал 100% нахуй, что можно было сразу человека пидором назвать нахуй. Просто открываешь полученный урон и смотришь, в кого прилетело могучее сокрушение. Ты пойми, он сейчас же врезался не в человека, а именно уже въебался в трапу. Это было прям видно. А бывает врезается, да. Он активирует берсерк. Все, давайте потом разберемся. Давай кушать рыбку, будем начинать, потом это все. Ну никто не умирает. Лишнее время теряю. Ночь лишнее время теряю. Все то же самое, все нормально было до ледяного рева. И Пинаквада, ты в дичи? Нет, Пета не призывай. Да. Он уже в дискорде. А слышишь, Пинаквада? Если что, подводи максимально к воротам, чтобы максимальное количество урона внесли в ледяного рева. И по краешку так веди. Мы их вместе били. И ребята, тоже касаемо, это, блядь, Влада, всех остальных. Если, блядь, танку озвучили вести куда-то, то бишь ему, соответственно, надо вести. Он с этим нихуя не сделает. То бишь вы не должны находиться, блядь, перед ебалом вообще никаким образом. Пан Корнус сам дышит, и чем дальше вы стоите от него, тем больше вероятность, что вас заденет. Поэтому вообще под лицом, даже так под 90 градусов возле босса строить, не стоять от лица, если на большом расстоянии. Милики, не подбегайте сразу, а то сейчас опять лужу получите в мили-зону. Урона вообще хватает. И все. Просто сделать хорошо все, и будет нормально. Жень, ты в дичь? Да, Саша. Точно, возможно, сейчас место освободится. Но не точно. Смотрим. Не убьем, то освободится. Ребят. Да, Дрим на замене почти сидит пока. Большая просьба, вам уже озвучили, никто никогда не бежит вперед, только в сторону. Мы все в одну метку слетаемся, он либо вправо, либо влево. Другого не надо, никакую сторону бежать. Когда босс отпрыгивает, ребята, не надо бежать на него. Просто становитесь метку за Сашего посольства. Встали в метку и просто побежали влево, зажали правую кнопку мыши. Просто нажимаете W и правую или левую, и все, и побежали. Видимо, это самое сложное.
Чернобыль вылетел. Ладно, продолжаем. Нормально. Опа, пинаколаде. Тасуна закинет. Полфологу. Полфологу не надо. Полфологу не надо. Не надо. Тесна. Играйте пока в огненную. Обязательно задотайте, и Андрюха чуть больше подержи, буквально 5 секунд. Сыграли в кислотную. Все, уводи пинаколада. Дали Геру, где Гера? И на пулу в уфолога все. По КД отдаете. Три на пульщика только. Прошу раз было до хера хандло. Скоро харчок будет. Вадим, нажми. Подбежали ближе к луне. Кого нужно будет разморозить. Играем, играем по кислотной. И наклада в луну. РДДшников заморозил. Заморозил все нахуй, всех. И наклада сейчас веди по направлению кислого огненной. Милики, идите. Бейте. Андрюх начнем. Иди. Дайте на полы. Уфолога. Он сейчас будет бегать. Парень. Хан, ты в первую очередь. РДСники набрали РНЖУ, скоро будет харчок. Кто может снять, сняли. Смотрите, там лужа разрослась. Не подходи, Хант, нормально тебе, блядь. Еще побегай. Спокойно. Токсин, токсин на месте, что, короче, крест стоит заморожен. Снимите кто-нибудь. Сайс крест, иди. Все, просто бьем тогда. Веди по направлению к воротам, потом подбежишь, Андрюха. Только похильте меня, пожалуйста. Вадим, останься похили его, там хватит пила. Милики, бьете только сбоку, спину не бьете, потому что уже появляется сзади от босса. Угу. Скоро у тебя пропадет, Алексей. Калечить-то прохиньте. Лицом никто не стоит. Иди в крест. Я в лавине пинаколада ты. Ближе подойдите к ледяному реву, чтобы Ретрик доставал. Что это за хуйня? Это блевотня. Жгучий. Рибаун ставится. Да, это вайп. Короче, можно падать. Зайди себе в лужу. Жень, зайди, пожалуйста. Леодрин, выйди в камзамену, пожалуйста. Да сейчас, блять, бред, когда мы жуткую били, просто РДД пати заморозилась и не дамажила жуткую, просто не разморозили. Пинклад, давайте поддержим кислотную, уфолог поразмораживает. Да все нормально, просто он зачем-то в милизону побежал первым делом, непонятно. Да, короче, пинаколада все обычно четко делает, но проебался, наверное, с этим. Не знаю, скажем так. Так я озвучил, вону сказал бежать. Этот, Жень, зайдешь? Тут? Жень. Да не видел. Был здесь. Ладно, пока так. Там где-то там далеко.